Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, и как вы уже догадались по названию видео, в этом видео я буду делать самодельный металлоискатель. Я буду собирать очень популярный среди начинающих радиолюбителей металлоискатель под названием Пират. На сайте разработчиков данного металлоискателя, сайт называется «Простые интересные радиосхемы, сделанные своими руками». Ссылка на сайт будет в описании. Я нашел схему, описание и различные советы для самостоятельной сборки данного металлоискателя. На сайте разработчиков указано, что металлоискатель «Пират» прост в изготовлении и настройке, не содержит дорогих и дефицитных элементов, а по своим параметрам не уступает некоторым зарубежным экземплярам с ценой от 100 до 300 долларов. Основные преимущества данного устройства – это стабильность и дальнобойность. Собрать этот металлоискатель под силу даже людям, имеющим элементарные знания в области электроники. Именно к этой категории людей я себя и отношу. Поскольку у меня не имеется большого запаса радиодеталей, а также я решил не возиться с изготовлением печатной платы, я решил заказать набор для самостоятельной сборки в интернете. В поисковике я набрал «купить металлоискатель Пират», и у наиболее понравившегося мне продавца я приобрел данный набор. Кого-либо рекомендовать я не буду, можете сами набрать в поисковике данный запрос, либо на сайте ВКонтакте, и найти необходимого продавца. А теперь давайте перейдем к сборке этого набора. Вот, собственно говоря, и этот набор. Набор небольшой, несложный. Давайте посмотрим, что же там внутри. Вот такая, как видно, самодельная печатная плата. Плата небольшая. Также в комплекте идет инструкция для самостоятельной сборки этого набора. Называть какие тут детали в комплекте я не буду, можете посмотреть в описании. Также здесь есть советы по монтажу. Имеется схема металлоискателя, а также расположение элементов на печатной плате. Для сборки я буду использовать свою паяльную станцию Saiki 852D++, универсальный тестер для определения номиналов используемых элементов, мультиметр, такое приспособление, как третья рука, припой, канифоль. Все эти вещи я приобрел на AliExpress, ссылки будут оставлены в описании. Ну что, приступаю к сборке. Чтобы не затягивать время видео, я покажу лишь отдельные моменты на фотографиях. Всю сборку на видео целиком показывать не буду. При первом же включении плата металлоискателя сразу же заработала. Для тестирования подал напряжение питания 10 вольт, а также наскоро сделал катушку. Катушку сделал из проволоки от старого трансформатора, намотал 30 витков на кастрюлю диаметром 20 сантиметров. Пока ничего не настраивал, просто проверяю работоспособность. Вот можно поднести копеечку, срабатывает где-то с 5-7 сантиметров. Если взять что-то помассивней, штангенцилку, то срабатывает уже сантиметров с 30.
Ну а теперь я буду делать штангу, корпус для платы и корпус для катушки.